Союз архитекторов Кыргызстана надеется через юристов добиться справедливого решения вопроса с помещением, из которого их выселяет Департамент государственных зданий при управлении делами президента на основании постановления правительства 2009 года. Об этом рассказал председатель Союза Алымбек Абдраимов. По его словам, представители департамента нарушили все юридические нормы и поменяли замки здания, которое находится под арендой. Пришли и начали менять замки в помещениях Союза. И вечером вывесили такой амбарный замок висячий во входной двери. Поэтому мы не стали принимать предложение о переезде, потому что нам не было объяснено, на каких основаниях, на сколько лет, сколько квадратных метров будет нам дополнительно предоставлено. Союз осуществляет свою деятельность в здании, которое находится по адресу проспект Манаса, 40, с 1994 года. По словам общественного деятеля, бывшего мэра города Фрунзе Абдразака Мокенова, объединение архитекторов внесло большой вклад в развитие строительной сферы. Вместе с тем считается хорошей школой для молодых специалистов в области архитектуры. Я должен заметить, что это? Это помещение не чиновничья организация, это общественная организация. Здесь наши архитекторы после окончания института, они должны вообще совершенствовать свой профессиональный уровень. И вот это вот Союз архитекторов является одним из таких организаций, которые способствуют вот творческому росту наших архитекторов. Ну а директор департамента Ашим Истебесов рассказывает, что Союз архитекторов с еще 2010 года занимает здание, которое принадлежит государству, а насчет его переноса и говорить отказываются. Мы объяснили, что предоставим все необходимое. До какого момента они будут здесь сидеть незаконно? Мы же живем в государстве, где есть законы. До какого момента они будут давать ложную информацию? Все архитекторы работают в частной форме, так как заказы у них всегда дорогие. И у них есть возможность найти другое здание или же даже купить. Если данный союз все же выселят, то есть версия, что помещение займет фонд поддержки предпринимателей. По словам некоторых архитекторов, здание находится в самом центре столицы, и тех, кто хочет откусить лакомый кусочек, немало. То, что нас хотят выселить отсюда, я считаю неправильным. Каждый заинтересован в этом здании. Приходят даже люди из-за границы. Они также хотят себе эти помещения. Союз архитекторов Кыргызстана считается одним из самых первых созданных объединений. В прошлом году они отметили свое 80-летие. В этом году планируется проведение координационного совета Союза архитекторов стран СНГ в Бишкеке. Если же их выселят, то как будет развиваться ситуация, пока неизвестно. Бегимаджан Бекова, Улан Сатыкулов, Нью-ТВ.